дорогие друзья! Очень приятно вас видеть в этом зале снова. Натословие начинает очередную встречу, этой осенью, октябрьскую. Что такое натословие, наверное, уже большинство людей знают. Такой квартирный концерт-беседа для музыкантов и поэтов из Великого Новгорода, но не только из Новгорода, к нам из Санкт-Петербурга приезжают, а иногда из рубежа. Как-то из Сан-Дени приезжал поэт с очень французской фамилией Воробьев, например. Вот. Значит, сегодня у нас будет больше музыки, чем стихов, и даже будет скульптура из металла. Вот так мы решили. Сегодня необычно. Значит, выступит сегодня замечательный ансамбль, очень специфическая и очень интересная музыка, и просто завораживающие инструменты. Это коллектив Prime Time. Вот они у нас будут сегодня. Сегодня у нас в гостях скульптор по металлу Вячеслав Смирнов. Он сегодня будет готов ответить на все ваши вопросы, как создаются скульптуры из металла. Вы их наверняка многие видели, например, у культурного центра «Диалог». Такой дяденька на ходулях стоит. По-моему, «Равновесие», да, называется скульптура. Потом у входа в Новгородское областное телевидение там такой оператор металлический лежит, видели, тоже Слава руку приложил. Вот. Или у, например, универмага Диез на набережной, там клетка такая стоит, и птица Сирин внутри сидит. Это тоже вот, все оттуда же. Давайте поаплодируем человеку. Благодаря его скульптурам наш город выглядит намного интереснее, атмосфернее. Также сегодня выступит у нас музыкальный проект, в гости зайдет «Человек-улыбка», такой новгородский музыкальный супергерой, но он пока еще на работе, а потом попозже он к нам присоединится, Владимир Малафеев. Затем у нас в гостях гости Санкт-Петербурга Вадим Дзуцев. Я его просто сейчас не вижу, он, видимо, вышел. Но тем не менее, очень интересный автор, который исполняет корневой негритянский кантри-блюз, как считают люди, да? Вадим-то сам говорит, я исполняю то, что я исполняю, но раз все говорят, что это кантри-блюз, негритянский корневой, то пусть будет негритянский корневой кантри-блюз. А на самом деле это просто вот он так себя выражает. И в конце у нас выступит гранж-группа. Вы знаете, наверное, что такое рок-гранж-коллективы. Это, например, Нирвана. Может быть, кто-то слышал. Такой довольно один из самых ярких представителей этого направления. Только сегодня будет не вот это вот, а вот амплакт-версия акустическая. То есть гитарки у них будут деревянные, через микрофончики они будут спокойно петь. Это тоже типичный концерт для гранж-коллективов, только другая версия. Ну что же, мы не будем, наверное, затягивать надолго вступление и сразу начнем с коллектива Prime Time. Пожалуйста, давайте поаплодируем. Пожалуйста, представьте участников и пару слов о коллективе. Добрый день. Перед вами трио саксофонистов Prime Time, и у нас три разных инструмента, и я представлю баритон-саксофон, это Александр Литвенко. Саксофон, это Дмитрий Корягин, и я, Карина Калатова, альт-саксофон. Это мои две девушки. Нашему коллективу 18 октября исполнилось уже 4 года, курсом на первый юбилей. И мы хотим вам сейчас представить произведение, которое в камерном звучании, без сопровождения, прозвучат только наши три инструмента. Thank you.
Шоу «Ханч Тайм». Карина, давайте я вам дам микрофончик. Его можно передавать, тут длинный шнур. И, может быть, пару вопросов сейчас вам зададим. Сейчас я только микрофончик освобожу. О, можно поговорить. Скажите, пожалуйста, вот кроме того, что вы в трио играете, вы еще где-то участвуете в каких-то коллективах? Все мы являемся артистами оркестра «Городской духовой оркестр» под управлением Анатолия Павловича Малышева. Завтра у нас будет концерт на базе колледжа искусств имени Сергея Васильевича Рахманинова, так что концерт бесплатный, можно прийти послушать. Карина, а где это будет проходить и во сколько по времени? Колледж, Новгородский областной колледж искусств, Большая Московская, 70, 16.00, вход свободный. Мы там все будем участвовать, принимать участие, играть. Также из нас каждый играет в каких-то других еще коллективах города. Все это связано с джазовой музыкой, популярной музыкой. Мы открыты всегда для нового, готовы к экспериментам. Вас можно приглашать. Да, также встречи, мероприятия. Также хотелось бы вот отметить Дмитрий Корягин. Помимо того, что играет на теноре в нашем ансамбле, также еще вокалист. У нас есть еще отдельная вокальная программа, тоже в трио. И в других ансамблях города он тоже как вокалист. Александр Литвенко у нас педагог в музыкальной школе имени Чайковского. Преподает саксофон и кларнет. Вот еще такой вопрос. Расскажите немножко о музыкальном образовании. Где вы учились и как вообще эта специальность называется? Духовые инструменты, да? Или как? Начинается все в музыкальной школе. Возьми микрофончик, педагог расскажет. Все начинается с музыкальной школы, естественно. Потом музыкальное училище, сейчас называется колледж искусств. Ну, кто-то дальше идет на высшее образование, кто-то и можно уже работать после колледжа, если есть способность. Работа найдется, работа интересная, творческая. Так что вот с такого начинается с пути, с музыкальной школы. Спасибо. Ну, я, к примеру, да, я хотел добавить, что я баянист изначально, профессионально закончил училище по классу баяна. А институт закончил по классу хоровое исполнительство, дирижер хорови. Вот работаю в профессии хоряка. Да, наша музыкальная профессия, она такая, как, ну, понимаете, приходится бегать туда-сюда. Там 3-5 работ это нормально, считается. Чтобы прожить. Ну да, чтобы там, а если у тебя семья, то как бы там, понятно, тоже бегать по всем коллективам. Так что... Понятно. Пути Господни. Дорогие друзья, придумывайте вопросы нашим участникам. Вот сейчас мы послушаем еще одну композицию. Сейчас Карина нам представит, да, что это будет. А потом давайте задавайте вопросы. Неужели нет вопросов? Наверняка какие-то есть. Карина, что будет звучать? Прозвучит очень известный рок-н-ролл. Соло, да, это Чак Берри, гитарист вообще в оригинале исполняет это произведение. Ну а мы исполним его на саксофонах. Соло Дмитрий Корягин. Thank you.
по-моему, просто шикарно, да? Дорогие друзья, у кого-то есть вопросы к музыкантам? Например, сколько вы зарабатываете? Вообще, вот, сколько вы зарабатываете на одной работе? Например, мне интересно, преподаватели в музыкальной школе у них. Сколько зарабатываете? Он на трех ставках там. Не-не-не, я на полставки. На полставки. Ну, в общем, какие-то вопросы есть, друзья? А вот глаза закроешь, как будто вот полноценный духовой оркестр. Вот вы можете практически 20 человек вот так заменить? Не можем. Ну, я так вот, для обывателя. Нет, ну эмоционально можем, но фактически, конечно. Ну, это просто живое звучание, очень здорово. Фонограмма помогает, конечно. Нет, но настроено на какое восприятие. Тут даже когда вы просто втроем были без фонограммы. Что, за деньги? Тогда вы не сказали, что-то богатая фамилия. Так что это все... Но у нас и инструменты разные для этого специально. У нас Александр на баритоне выполняет роль баса. Да? Есть солист, который играет мелодическую линию. И есть еще второй голос, который гармоническую функцию выполняет. Ну, как в рок-группе в обычной практике, да? По сути, да. Вот. И, конечно, когда хорошо сделана композиция, то она звучит замечательно. Во-первых, композицию вы услышали акапельно, без сопровождения. Там три голоса, они вполне могут полноценно звучать. В данном случае, конечно, вот, как хорошо, когда есть фонограмма, она дополняет, она помогает как-то... Ну, ритм секции. Ритм секции не хватило в первой вещи. Ну, она капельная. Она для этого и нужна, чтобы чуть-чуть вам не хватало. Да? Расскажите немного вот о саксофоне, об инструменте и почему именно вот вы выбрали его? Как так все повернулось? Ну, у меня непростая, наверное, история. Мне было уже 20, когда я захотела играть на саксофоне. А вам что, сейчас больше? Вам уже за 20 вы хотите? Коротенько, минут на 40. Да, мне уже за 20. 21, да. Я училась в институте, и у меня совершенно другая профессия, гуманитарная, не связанная с музыкой. И мне захотелось вот почему-то играть на саксофоне. Я нашла преподавателя, и так сложилось, что это стало моей основной деятельностью. Ну, вы, наверное, раньше играли на какой-нибудь на флейте, на свирели. Ну, нет, с духовыми я связана никак не была. Но музыкальная школа у меня была, да, я закончила фортепианное отделение. И в тот же день, когда я закончила музыкальную школу, я сказала, в моей жизни больше нет места музыки. Продала, все так говорят. Продала фортепиано в ту же самую музыкальную школу и поставила крест на музыке до института, как оказалось. Вот. Захотелось играть на саксофоне, просто вот понравился инструмент, не знаю. То есть никогда не поздно, было бы желание и минимальные какие-то способности, ну, да? Да, наверное, так. Большая часть даже все-таки это желание. Мотивация, желание. Ну что, давайте еще послушаем музыку. Да, да. Следующая композиция Луи Армстронга «Hello Dolly» и как раз соло баритон саксофон. Thank you.
теперь вопрос знатокам. Ну что, друзья, созрели вы для того, чтобы пообщаться с музыкантами, пока есть такая возможность? Может, кто-то тоже хочет играть на саксофоне? Ни у кого не появилось желания. А можно спросить, вот вы так легко выдуваете эти звуки, какая-то специальная подготовка, там, допустим, дыхательное упражнение, или это на самом деле так легко? Да, это приходит с опытом. Поначалу кажется все тяжело, а сейчас уже... Не-не, ничего там сложного нет. Тяжело, тяжело, руки и щеки, чтобы не поняли. Это нет, это вас. Чемпион мира по тяжелой атлетике точно так же ответил журналисту, я помню. Ничего тяжелого в этом нет. Просто годы, годы тренировок. Годы, годы тренировок. Не, на самом деле не сложнее на маленьком и на тяжелом играть. На маленьком тяжелее играть, может быть, даже. Просто тяжело, тяжелее держать большой. А играть не факт, что тяжелее. Еще вопросы, пожалуйста. А вот если, например, насморк, сопли, можно играть на саксофоне? Можно, можно. Конечно, помогает. Если за деньги, то можно. Ну, там больше, да, можно играть. Кто? Главное, подальше отойти от зрителя. Нет, мы не дышим носом, должны дышать ртом. Поэтому можно просто не влиять, как у пловцов. Все-таки вот изучение звука и вся вот эта техника, ведь вот народ привык, ну, клавиши, привет, струны, все-таки там выше, ниже. Здесь же вот все эти особенности духовых. Там же вот у вас дофига всякого под руками. Как это вот все-таки это с опытом, вот это все в октавах, и это все вот, как долго это все разваивается? Так я же говорю, музыкальная школа была раньше 5 лет, сейчас 5-7. Дальше училище 4 года. Высшее образование, еще ну, сейчас уже, наверное, 6, даже в консерватории. Нет, я просто про это когда смотрю. Это сложно, конечно, все это сложно. Даже имея какой-то опыт с инструментами. Никто не упрощается. С пальцами же это правда. Так, еще вопросы есть? Ребята, а вот у вас есть какие-то музыканты такие, не сказать, что кумиры, но вот которые вдохновляют, может быть, как-то в трудную минуту, и которых любите слушать, саксофонисты или не обязательно саксофонисты? Да, в том-то и дело, что музыкант, он отдыхает на совершенно другой музыке. Он абстрагируется на других. Ну, тяжело. Нет, конечно, слушаю, естественно, но на этом зацикливаться нельзя. Надо питаться постоянно с окружающего мира, с других вещей. Искать что-то новое. Конечно, конечно. Так, а можно попросить вот пройтись октаву, допустим, с нижней до верхней, потому что когда вы играете трио, сложно понять, ну, скажем так, возможности инструмента. А вот такого прочувствовать нужно. То есть диапазон, да? Да, да, да. Thank you.
Prime Time. Запомните это название. И приглашайте на дни рождения там, и на прочие мероприятия. Значит, Prime Time. Есть вопросы еще к Prime Time? Как вы выбираете произведение? Я же так понимаю, не ваша же эта музыка, правильно? Нет, не наша. Многообразие просто, как это все выбирается? Мы выбираем изначально то, что нравится. То, что нравится нам, то, что нравится слушателям. Стараемся, чтобы у нас репертуар был максимально разнообразный, чтобы можно было угодить любому слушателю, и в случае чего какое-то очень вдруг оригинальное произведение, нужное, в какой-то момент вдруг Рамзан Кадыров зайдет на концерт. Да. Ему свои. Ну, вот. Но не все звучит. Иногда бывает, что мы на три саксофона это все переложим, играем, а оно не звучит. Просто перекладываете что... сами? Но это уже, да, это уже наша собственная работа. Аранжировкой, да? Ну, если это можно назвать аранжировкой, ну, в общем-то, да. Такого элементарного плана аранжировка. Валерий, за вопросик магнитик. Еще, Валера, ты наказан тогда, раз ты уж инициативу проявил, пожалуйста, тот, кто вопросы задавал, ждем. Не знаю, а еще вопрос можно? Да, конечно, вы. Давайте сам закрыть, я не знаю. Ну вот, все сам. Саш, у меня возник дурацкий вопрос, исходя из этого вопроса. А Мурку манете? Нет, это пошло. Дурацкий, я согласен. А Summer Time играете, да? Это тоже пошло. Две вещи, которые разных колесов, которые очень нравятся. И я заметил, что вы во время, ну, выступления, я немножко опоздал, во время выступления улыбаетесь. Я заметил, в любых хороших сложившихся коллективах всегда есть какие-то фишки, которым смеются только они. Они что-то играют, и вдруг начинают сами над собой ржать или там что-то. Вот что-то происходит. Это у вас такие внутренние, да, какие-то моменты есть? Конечно. Типа там сделал, не сделал. Это наши секреты. Люди переглядываются, улыбаются, вон народ пришел. Это всегда добавляет изюма очень здорово. За это спасибо. Я постоянно улыбаться. Я ради магнита это сделал. Я так и думал, что Валер все время из-за магнита. Они создают приятную легкую атмосферу. Да, спасибо. Такой вопрос. Очень хороший, приятный трио, проект. Ну, немножко коммерчески направленный, понятно, вы играете эту музыку. Что да жить хотят люди просто. Я хотел про творчество спросить на самом деле. Понятно, что ну, 2-3 работы, тем более, если они работают в оркестре, не отец там работал долгое время, я представляю, они все там, на 3-4 работах, все там подыгрывают. А не остается время вообще вот, ну, желание, вот какие-то свои творческие такие попытки, вот именно свои творческие, вообще что-то вот такое вот космическое там забавное. Оно, может быть, время и даже есть, но ты его тратишь только не на музыку. То есть уже потому что, конечно, ну, естественно, ну как, 4 работы по музыке, и ты пришел на начало, а не заняться именно музыкой. Так вы реализуете тогда вот свое личное, вот это творческое, не музыки, если есть такое. Так ночью жену будешь говорить, привет, жена, давай споем. Нет, ну может быть, хобби, увлечение, там еще что-то. Физический труд, да. Музыкантов самое лучшее хобби. Чаще помогать, физический труд, даже. Да. Вы прямо отдыхаете. Отдыхать, да. Музыки уже очень много. Пришел домой, включил радио Европа Плюс, и уши отдыхают. Никакой музыки. Ура! Вот. Ну что, если вопросов больше нет, давайте последнюю послушаем композицию, да, какую-то. Творческий путь. Ребята, я, насколько понимаю, у них сегодня это не единственное выступление даже вроде как. Ну что, давайте послушаем произведение. Представлять мы его не будем.
Сталин. Во-первых, не забываем, что завтра выступление у коллектива, Кульке, проще говоря. Да, Кульке на Большой Московской. На Большой Московской, во сколько? 16.00. 16.00 в Кульке. Завтра опять приходите и слушайте Prime Time. Аплодируйте и прошу любить и уважать. А мы... Да, это концерт оркестра, городского духового оркестра. Да. Кариночка, возьмите, пожалуйста, вот вам. Спасибо вам большое. Вот это вот и вообще этим в нашем городе. Вот у нас какие есть таланты. Что, друзья, мы немножко от музыки отдохнем. У нас немножко там сменился порядок выступающих. Я вот предлагаю поговорить с Вячеславом Смирновым, скульптором по металлу. Вячеслав, наверное, покажет, он сегодня только одну с собой унес работу, маленькую такую. Она там вот стоит. А может вынести посмотреть ее или как? Да я думаю, просто... Ты расскажешь, что да? Вот это бык, вот это рок, вот это клетка. А это не рок, это не бык. И не клетка. Значит, Вячеслав Смирнов, значит, как я уже говорил, много скульптур в городе можно видеть. Это именно вот его работы. Сейчас он... Перед вами вы можете задавать ему любые вопросы вообще, почему именно он занимается этим, как протекает процесс, откуда берутся вот эти вот образы, да, герои вот этим, я бы сказал. Ну что, Вячеслав, в ваших руках, наверное, он, наверное, пару слов сначала о себе расскажет, да, а потом, пожалуйста, вопросы. Добрый вечер. Я погромче постараюсь, но без микрофона. Это я слабый, у меня микрофон нужен. Нет, я барабанщик, у меня микрофон. Да, кстати, Вячеслав, у нас барабанщик, может быть, кто-то помнит, такая была группа, рок-группа «Авгур» много лет назад. Она вроде как есть и сейчас. Ну, в подполье. Подполье, да. Шарброк, да. Такой, да, хорошая, отличная группа была. Поэтому, в общем-то, ноты здесь тоже при чем. Но да, говорим, я хотел уточнить, но... Но говорим немного о другом. Итак, пожалуйста, слушаем. Ну вот, занимаюсь скульптурой из металла, исключительно вот, черное железо, путем сварки, ковки. Такая лоскутная техника, в общем. Вышивальщик. Да, нигде специально этому не учился. Учился в училище искусств. Но вообще по другой специальности. Резчик по дереву. Вот. А сколько лет ты уже занимаешься скульптурой? Занимаюсь 14 лет. Я уже занимаюсь вот, скульптурой. Начинал все с таких смешных человечков. Подарки вообще. Просто друзьям, да? Ну, вообще был просто первый подарок. Надо было на день рождения идти. Подарка не было. Так получилось. В тот момент мы работали в мастерской художника-дизайнера Макринского, вот с него и началось, с полноценной кузницы. А ты кем работал у него? Скажем, разнорабочим. Разнорабочим, да? И потекло, поехало, да? Да, и вот металл меня зацепил. Вот, и все, теперь деревяшки не надо, дайте железки. Понятно. А у тебя вот ты вообще считаешь, сколько вообще работ? Не считаешь даже, да? Но я вот фотографии размещал в твоих работах там. Около 50 только в нашей встрече. С фотографиями все плохо, я не знаю, почему так складывается. Я делал попытки, чтобы все работы были сфотографированы, но почему-то категорически многих работ даже нет фотографий ни одной. Вот, так. У меня какая-то, кстати, карма. Так, а у тебя, значит, есть какая-то своя мастерская? Да, мне вот тут счастье привалило, особенно художников я научил мастерскую. До этого была мастерская, ну, чисто аренда. Сам ее найдешь, там мастерская. А у
вот эти вот материалы, металл, откуда ты берешь, как ты это покупается? Покупается, да. На рынке приходит. Бабуля? Нет, на специальных металлах. На 60 килограмм, по-моему, вот этого? Да, примерно так. Понятно. А я... вот как протекает сам процесс и какие инструменты ты используешь в работе? То есть ты сначала что-то придумываешь, да, какой-то образ? Или ты делаешь, а там он сам уже? Нет, да, ну, есть идея, то есть какой-то мозг, появилась идея. И кто ее как воплощает? Кто-то в музыку, кто-то в стихи, то есть что-то там сердце зацепило, кто-то в голову дало там, да, и кто-то написал стих, кто-то пошел железо портить. Какие-то наброски сначала на бумаге? Иногда делаю наброски, иногда наброски, ну, нарисовал одно, сделал совершенно другое. Интересно, ну, когда вот так, даже интересно. Как у нас в стране почти все делают. Программа называется «Культура», а получается... Да, примерно так. Российская, современная культура. Нет, у них там сэкономии, да, у меня просто в другую степень хожу. Так, значит, вот ты что-то придумал, и что дальше? Ну, дальше там чисто технические моменты. А какие инструменты ты берешь? Ну, обычный кузнечный инструмент, то, что есть на кузницах, на мастерских, ну, по вот металлу, не знаю. Ну там не знаю. Ну я вчера был на кузнице, да. Буквально вчера захожу, смотрю, ой, все, ну, инструменты вот, сейчас знакомые. Наковальня, молотки какие-то, молоточки, да, напильнички. Слушай, ну у тебя ведь есть совершенно миниатюрные такие. Да, все крупным инструментом. Все большим, да, такой молотом. Раз ударить, и уже фигурка сразу получилась. Да, подарок. Нет, с маленькими в этом смысле, конечно, тяжеловато, потому что все-таки там другой инструмент должен быть. Поэтому... А вот это вот печь, да, у тебя какая-то есть? Нет, зачем? У меня как? Болгарка. В той технике, в которой я работаю, она мне не нужна. Газовая плита? Нет. Понятно. А, вот, может, есть какие-то вопросы вот у ребят? Сразу давайте. Уже... Просто чисто технически, я думаю, это не так интересно, потому что, ну, это надо видеть, наверное, все-таки. Скажите, да? Вот, а вот как, например, за 100 лет вот это изменилась производительность труда, например, вот в кузнице у вас? Или все так же осталось? Если конкретно в кузнице, очень сильно изменилось. У меня не совсем кузница, я просто знаком с тем, могу вам рассказать. Конечно, изменилось. Появилось электричество, появилась сварка прежде всего. И то, что раньше приходилось сваривать на горячую, а это достаточно такое трудоемкий процесс. Это вам сейчас два раза ткнул, готово. Полуавтоматом, да? Да, и как чистота шва, там, конечно, были свои интересные моменты. Потом молоты, если надо было эту кувалду раньше наяривать, либо на угле растапливать котел, были прикольные такие паровые молоты. Сейчас электричество, пожалуйста, все. С такой скоростью долбить, что руками так не добьешь. Скорее такого плана вот вещи. Ну и плюс металлопрокат. Сейчас такой ассортимент, что многие вещи даже ковать не надо. А почему отошли от деревяшек? А вот просто вот так получилось. Я очень любил дерево. Я прям все, вот дерево мое, я с восторгом воспринимал просто. Тем более материал приятный такой, ну, да, с точки зрения энергетики. Вот взял молоток, взял железяку. Пару раз промазал, звон в ушах, и все. И я больше дерева не пробовал. И все. Все, вот так. Ну, очень вот, просто все. А еще вот. А вот работы свои вы всю жизнь храните или вот надоело? Нет, к сожалению, наоборот, я их не храню совсем. И я считаю искренне, что работы должны уходить. То есть, ну, они не должны у меня дома стоять. Ну да, где получается? Ну то же самое, если писатель написал книгу и в стол только спрятал. Это его личное переживание, да, он от этого как бы, ну. Слово «избавляется» – нехорошее слово, но оно вот в плюсе, избавляется в плюсе. Сделал, то есть, ушло, новое, да, новое можно сделать. Не, да? Я считаю, должно уходить как бы. Так надо еще людей радовать, да. Ангары арендовать, чтобы ваши хранить, у вас же все габаритное. Нет, у меня не все габаритное, да. Наоборот, как бы так. Большого немного, скажем. А вот самая большая фигура, которую ты делал, это что? А как мерить? Как мне. А если по высоте, то это человек на ходуле. У него 6,60. У диалога, да, который? Да. Точка. Но он сам небольшой. Это ходулина высокая. А по ширине? Бык, наверное, да? И вес. Да, вот прогресс. А вес? Вес. Тоже, а да. Вес, наверное, семья самая тяжелая. Потому что ее только манипулятором получилось таскать. Там килограмм по 300.
вообще у тебя их покупают или ты даришь там как? Да, конечно, бывает такое счастье, что я могу себе позволить, ну, подарить какую-то работу, действительно творческую, просто вот подарить. Это здорово, ну, приятный момент. Но чаще либо покупают просто незнакомые мне люди через галереи, либо заказывают. То есть ты сотрудничаешь с галереями, они выставляют там какие-то фотографии? Что-то? Нет, они выставляют конкретные вещи. Конкретные вещи, да, и люди покупают. Да. Хорошо берут товар твой, творчество твое? Все относительно, не смогу. Ну, нормально. На жизнь хватает? Ну, на руках у меня вот одна работа. Понятно. Я имею в виду, на жизнь хватает? Не совсем. А сколько вот стоит примерно вот твоя работа какая-то? Я понимаю, что зависит от материала, там, и так. Тут больше потраченное время. То есть количество работы, может быть, вроде бы очень несложная вещь, но в нее столько времени. Ну, примерно вот. В деревянных, от которых ты отказался, сколько вот этот вот шикарный бык с клеткой. Он пока. Продается, да? А как он называется? Как эта скульптура называется? Скульптура называется «Двое». «Двое»? Да. А клетка... Нет, как, какой это символ? Птичка. Там же птичка. Вот, птичка, бык, птичка, клетка. Клетка это уже не оно. Ну, то есть я просто расскажу, вот может кто-то не видел работы вообще. Во многих есть какой-то интересный смысл. Если вы просто смотрите на работу, то это одно. А когда вы видите еще название, там вот, я насколько понял, есть работы без названия. На самом деле, я бы, честно, мое мнение, устраивал бы специально выставки без названия работы. А что сложнее, сделать или название придумать? Название иногда сложнее, потому что людям все равно нужно вот это четкое название. И ну, в голове ты хотел идею, ты ее получил. Как эту идею уместить там в паре слов, это на самом деле тоже талант. И люди, которые умеют, вот, выражать словами свои мысли. Это будет круто. Потому что у меня с этим, ну, мне было чего в железе выразить. А вы там сами думаете? Да. То есть ты воспитываешь талантливых людей? Вот конкретно эта работа очень позабавила делегацию врачей-психоневрологов. У них как раз, когда была выставка в диалоге, стояла эта работа. С кем поведешься, того и доберешься, да? У них прям бурное было обсуждение. Они очень довольны. Они диагнозов много поставили, да? К сожалению, вот не передали работники музея, но они прям веселились от души. Мы сказали, карточка заполнена уже. Уже в принципе. Если что, прям бесплатно, сразу без очереди на три. А вот есть какие-то любимые работы, которые тебе особо вот приют, вспоминаешь с удовольствием? Может, одна, может, и... Нет, да многие работы с удовольствием вспоминают, особенно, ну, очень приятно и интересно, когда ты спустя время вдруг, ну, неожиданно видишь свою работу, или кто-то тебе рассказывает про твою работу, вот такие моменты даже, очень приятно. Как, о, там, был в гостях, слушай, видел твою работу. Причем, или ты видишь объявление на Авито, там, на фотографии ты видишь, вот там на полочке стоят. Ну, вот такие моменты очень интересные. Друзья, еще вопрос. А еще, вы делаете вот такое-то утилитарное, заборы, там, перила, ворота? Да, вот, к сожалению, я... Как это? Увлекся вот такими вещами, ну, чисто на прокором. Но вот сейчас я стараюсь от этого идти обратно в творчество. Там же тоже можно войти, чего хочешь. Нет, ради бога, проблема в том, что если, ну, реализовывать себя творчески там, нас не готовы за это платить. Вот. Дорого выходит. Дорого, да. А сколько времени ушло на такого ПК? Я сейчас, наверное, даже не... Просто примерно там неделя или несколько месяцев. Как вот, как пойдет называть? Он вообще делался нон-стопом, вот так, как говорится, на одном дыхании. Но там побольше недели вышло. То есть ты просыпаешься и дальше делаешь? Нет, ну все равно какие-то паузы, на что-то дергают. Скажите, а вы тяжело расстаетесь со своими работами? Как с родным, с чем-то? И легко, и тяжело одновременно. Я, ну, действительно считаю, что они должны уходить. Хотя иногда я сижу такой, блин, вот это надо было оставить. Ну, я вспоминаю работы, есть работы, которые категорически я хотел бы вот, ну, вернуть, так скажем. Уже спустя вот время. Повторить не удается, да? Нет, они, даже если я повторяю идею, я, ну, частенько это делаю, есть удачные идеи, которые, наоборот, может быть, там, в моей голове переработались, хочется по-новому ее сделать. Совершенно другое получается. Вот все хорошо, когда вот в одном месте сошлось,
вот она такая, в следующий раз она будет другая. А вот на улице Баяна там банк есть, так. Крыльцо. Акбарс. Да, вот это ваша работа? Нет, это не моя работа, это вот кузнецы делают такие вещи тоже. Я, насколько помню, еще есть во дворах, там вот на Федоровском ручье рыбак. Нет, ну Федоровский ручей, там мы обсуждаем вот Акбарс банк, там целая композиция с орлами и с драконами. А ваша география работы, где они живут сейчас? Ну то, что городская скульптура, это Славия, ну, набережная. За пределы области куда-то вы? Нет, то, что городской, ну такой более крупный, нет, а так работают по всему миру. Коттеджах? Они в основном дома, да, кого-то в домах внутри. Еще какие-то квартиры? Квартирах нет. Почему? Есть квартира. Кто-то купил себе однушку и раз туда быка. Или семью на 300 килограмм. Нет, ну это такие работы. На самом деле наоборот, такие работы редкость. В основном это работы вот. Небольшие, но очень симпатичные, очень интересные, да? Гораздо меньше. Ну что, товарищи, еще какие-то есть вопросы, пожелания? Есть у кого-то, может, впечатление от работ? Кто-то, может, что-то хочет сказать, денег дать, расцеловать? А вот коррозия не подвергается? Считаю, что вот это чертовски важная штука, вот это. Ведь это когда появилось? Вот, это все, и все, вот эти штуки. На самом деле надо... Вот, кто хорошо... был первым, кто был первым вот, что-то вот поставившим вот, в городе? И вообще коллеги есть? Вот, по... Есть коллеги. Тут обязательно нужно затронуть такого человека, как Сумарокова. Николай Анатольевич, потому что, наверное, без него у нас бы в городе не было ни туристки, ни мальчика рисующего, ни моих работ некоторых. То есть это только благодаря ему. Серенький был какой-то. Кошачья тема, чья? Вадим Боровых. То есть кошка с голубями у Садко там в гостинице. Это вот, это его работа. На столбе монтёр его работа. Девочка-туристка, это его работа. Медведь. Деревянный такой. Ну вот государство, мэрия никогда ничего не заказывает. Да? Куда делся этот деревянный с контрабасом? Кстати, вот тайна покрытая мраком. Без него. Мне кажется, ребята из прайм-тайма его забрали себе. Репетиционку. Ну, в общем, человек делает очень интересные вещи. Город очень тяжело идет на такие вещи. И не потому, что не хочет, потому что очень много согласований. Даже вот тут Сумароков на свои деньги заказывает работу. Все, вот она готова. Мы хотим ее поставить. Эта эпопея очень-очень долгая. Некоторые работы год стояли в мастерской, чтобы потом можно было поставить. Но пока там уже лично там мэры, губернаторы не вмешиваются. А проблема в том, что когда они вдруг начинают, как это, между собой воевать, все, в городе не будет ничего. Так что вот. Мы за мир. Мы за мир, да. Пусть в городе будет больше этих. И вас, если надо, собираются делать, не уберут там эту скульптуру, туда? Никто не знает. Они, я думаю, там как на временной основе. Ну, по крайней мере, Сирин договор, что это вроде как временная конструкция. 90 с лишним лет назад копит этот социализм собирались строить. Пока, город не пока может брать на баланс работы. Очень тяжело. Как-то я думаю, что гораздо больше будет. А есть еще вот какая-то работа, которую бы ты вот хотел видеть где-то в городе? Или идея какая-то? Идей много. То есть весь вопрос в деньгах и в процессе согласования. Да, увы, как бы, ну, за свой счет я это реализовать не способен. Чисто физически. То есть это достаточно дорого. Содержание мастерское, оборудование. Ну, то есть мы с ребятами, может, скинемся, наберем 2000 рублей. Ну вот на 2000 рублей я вам выдал. И вот такую вот фигурку маленькую карликовую где-нибудь установим, какого чижикопыжика. Где? А, в Читай-городе, да, потому что. Ну что, друзья, если нет вопросов, если нет добрых слов по поводу того, спасибо, что такой красивый у нас город. Давайте поаплодируем. Спасибо.
участвовали. Для того, чтобы мозг работал, придумывалось много новых идей. И возвратить там свои домашние. Вячеслав Смирнов. Таких людей надо знать, дорогие друзья. Вы видите в городе, сразу мы говорите привет, Вячеслав, когда у нас появится 2000-летие России где-нибудь. Да. Ну что, дорогие друзья, я предлагаю сделать на минуту перерыв, подойти и посмотреть вот эту скульптуру. Кому интересно. У нас в гостях наш хороший знакомый. Наверное, могу сказать, друг уже на пословие. Второй раз приезжает в Новгород, выступает абсолютно бесплатно. На голом энтузиазме. Очень интересный человек. Вадим Дзуцев. Значит, я сейчас ему передам бразды правления, но перед этим хотел бы сделать небольшое объявление. Так получается, что в этом году у нас все концерты, почти все, но, может быть, кроме сегодняшнего, они являются благотворительными. Мы собираем денежки деткам, у которых одна мама, например, или есть и мама, и папа, но очень-очень нехорошее заболевание. Вот. И собираем денежки, чтобы помочь им хотя бы доехать до места лечения и пожить где-нибудь, например, в Корее, потому что в России не делают подобных операций, такого лечения нет, и так далее. В прошлый раз мы набрали 14 тысяч, наверное, кто уже приходил, знает. Отдали брату, который... брату маленькому мальчику, девочке, которой нужно лечение, и он после посещения нашего прошлого натословия сказал, я хочу играть в группе «Параллели». Тогда выступала группа «Параллели» как раз, и вот они сейчас решают вопрос, на какой инструмент его, собственно, брать. Вот, видимо, саксофон, да, соседям сочувствую. Вот о чем хотел сказать. Дело в том, что у нас 30 ноября в Новгородской областной филармонии будет большой концерт. Делаем его мы, арт-проект «Квадрат» и театр танца Елены Есениной. Значит, будут выступать два коллектива, все деньги пойдут в специализированные организации «Чужих детей не бывает». Там детки, у которых нет ни мамы, ни папы, а лечиться им тоже как-то надо. Государство не всегда способно своевременно и адекватно помогать этим детям, поэтому мы будем стараться собрать какое-то количество зрителей и какое-то количество денег, чтобы им помочь. Вот, я просто покажу афишу, такая уже висит там, читай, город пошел нам навстречу и бесплатно совершенно разместил афишу. Значит, ребята будут из театра, два актера театра участвовать в этом концерте, театр танца Елены Есениной. У них очень много уже спектаклей проходило в городе, это именно вот танцевальные спектакли. Ну и арт-проект «Квадрат» немножко поиграет и почитаем мы стихи там еще под музыку. Мелодикламация, так называемая. Вот. Объявление, в общем-то, заключается в том, что билеты мы продаем уже сегодня. Если кому-то интересно, билет стоит 250 рублей. Подходите к Светлане, она вам выделит. Но не будем отвлекаться на эти долгие дела. Вадим Дзуцев, пожалуйста, встречайте. Я смотрю вокруг и делаю шаг.
те, кто вздумает меня найти, искать будут недолго. Медленно, вот так.
Действовать, действовать смело.
никого, ничего, поэтому я воскликну, Боже, что здесь есть моего ума. Боже, укажи на то, что есть моего ума. Ничего моего. Тыщу мир вокруг, никого. Ничего моего. Стучался в мой дом. Я услышал Вадик, собирайся, пойдем. Я спросил, что для дней из дворца моего ума. Ничего моего. Тыщу мил вокруг, никого. Он повел меня сквозь пыльные кущи, с каждым шагом все плотнее и гуще. Небо синее закутали тучи, вдалеке раздался гром. Но пока в этой ужасной петле мы запрыгнем в роскошную Бентли. Черный путь в черном кожаном ошейнике и черный водитель за рулем. На пустом перекрестке он достал свои игральные кости, дьявольски везучие игральные кости, сделанные с чьей-то нерасчетливой кости. Я бы знал, что не стоит и пытаться, у него три шестерки в первой комбинации. Мой собеседник начал криво умоляться, мол, что же ты поставил на кого, на кого. Есть определенный уже список часто задаваемых вопросов. Конечно, один из самых
первое, что приходит на ум, это откуда взялся вот весь этот блюз, если его так можно назвать. Я на это отвечаю цитатой из хорошо известного кинофильма «Бриллиантовая рука». Да, когда она его, жена Никулина его трясет, показывает ему деньги, там, пистолет, говорит, откуда у тебя все это? Он ей говорит, оттуда. Вот я так же отвечаю. Еще, может, какие-то вопросы есть? Все молчать. Да не на самом деле, для меня большая честь выступать второй раз в этом замечательном городе. Я здесь был вот по весне и влюбился с первого взгляда в этот город. Мне он очень понравился. У меня здесь оказались есть и друзья, и знакомые. И новые теперь уже есть друзья. Мне очень нравится. Во-вторых, мне очень приятно то, что здесь воздух очень легкий. И атмосфера очень хорошая, и люди очень хорошие. И, естественно, я хотел всех поблагодарить за то, что вы меня слушали. И надеюсь, что мы с вами еще увидимся. Спасибо большое. Спасибо большое, что ты к нам поехал. Можно тебе тоже вручить небольшой, пока поедешь обратно, чтобы было вкусно. Конечно же, вот пару магнитов на холодильник тебе и, может быть, вдруг-то еще какому-нибудь адскому псу подаришь. Вот. Это был Вадим Цуцев, друзья. Давайте поаплодируем. Я вот от себя скажу. Вадим у нас был по весне. Первый раз он был на Тослое весной в музее. Это была очень необычно такая музыка в музее, где висят классического характера картины. Вот. И я могу сказать, что тогда он немножко удивил, но уже донес, да, мысль. Вот. И за это время, за полгода, которые прошли, мне показалось, и исполнительское мастерство выросло, и как-то вот в прошлый раз мы его в акустическом варианте слышали, а на этот раз в электричестве. И, по-моему, просто вообще здорово, да? В общем, Вадим нас слышит, я думаю. Вадим, мы тебя ждем и в третий раз еще, пожалуйста, приезжай. Два вопроса появились. Тут два вопроса. Приходится одному вот эту форму? Или кто-то есть коллектив, с кем-то приходится? Одному. Эта музыка, в общем-то, подразумевает выступление одного человека. Вот давно занимаемся. Вот, инструмент вот, сама по себе эта форма. Перенести? Каждый день репетируете, по сколько часов? Я думаю, время считают только соседи. И то уже, наверное, нет. Я думал, Вадим пошел взять микрофон, но нет. Ну что, друзья, это был Вадим Цуцев. Давайте еще раз поаплодируем. Но есть одна особенная улыбка. Это целый человек. Человек-улыбка. Давайте поприветствуем. Владимир Малафеев, создатель некого такого проекта, музыкального, человек-улыбка. И Владимир, я думаю, сам все расскажет о себе, и вы тоже сможете ему потом задать вопросы. С другой стороны. И чего?
Меня просто очень сильно задело. Я вкурил. Вдохновился, да? Очень. Она очень меня... Очень унисон. А первая песня еще я не понимал, о чем речь идет. Вторая, думаю, опять собаки. Вот, думаю, ну своя тема у человека есть, каждый имеет на это право. А вот, вот к этой песне, вот меня до сих пор вот так вот качает, Рямидзе. Вот. И мне понравилась там еще фраза была, не то чтобы я вот за фразы цепляюсь, но все произнесенное есть ложь, поэтому я позволю себе все равно. Он там напел, что, что мне остается только улыбаться. Вот это мне очень созвучно. Вот, я взял себе творческий псевдоним «Человек-улыбка». Собственно говоря, мне поэтому положено улыбаться, но никто из людей, которые со мной работают по творчеству, там, видео мы какие-то делаем или еще, говорят, слушай, это еще не то название ты себе взял, у тебя улыбками и не пахнет. Так, я не знаю, будет ли меня слышно, может быть, еще сейчас один микрофон. Давай я попробую сейчас у ребят попросить стойку, мы тебе подзвучим гитару. Вот, а пока это все происходит, я попробую что-нибудь тогда наиграть. Вообще слышно? Вот просто акустику. А, плохо, да? Мы подождем, пока подзвучат. Хорошо. Тогда я немножечко поговорю. Я когда пришел, играл Prime Time, и всякий раз, когда начинают играть такие громкие ансамбли, каждый раз думаешь, как громко, неужели я справлюсь, слушая это. А потом ты как-то привыкаешь, и ты понимаешь, да, это то давление, которое хотелось бы сейчас ощущать. Человек может выдержать, наверное, любой звук, любую силу давления. Вот, а я хотел попросить вас настроиться на более тихое звучание. Я так вот сегодня решил. Сейчас это было перволоже. Вопросов, папа.
голове моей избитый бандит. Опавшие листья опали без спроса. Я не знаю, я параллели не проводил, фильм еще не смотрел, не знаю, может быть, поэтому специально. Вот. Я тебе специально говорю, потому что я там ошибся, поэтому сейчас заново начну. Все то, что ты зовешь любовью, не любовь. Все то, что ты омоешь кровью, не любовь. Все то, о чем ты пишешь песни, не любовь. Когда-то вместе не любовь. Эй. За то, что разделил на части не любовь. За то, что называю счастьем не любовь. Thank you.
самодельную песню на тему чистой воды. Называется «Колодец». Водою, которою жил, по капле из нетр своих собирал. Холодной водою цветы поливал, вода убежала, остались цветы. И вечный вопрос, что есть я или ты, по капле накапал, по капле сложил. Колодец и жажду утолил. Колодец водою, которою жил, по капле из недр своим забирал. Холодной водою цветы поливал, вода убежала, остались следы. И вечный вопрос, что есть я или ты, по капле накапал, по капле сложил. Колодец и жажду утолил. Начиналось так, что я просто как сумасшедший должен был повторять. Человек улыбка, человек улыбка. Человек улыбка, человек улыбка, человек улыбка. Человек улыбка, человек улыбка, человек улыбка. Человек улыбка, человек улыбка, человек улыбка. А, собственно говоря, вся помощь нужна. Вот эти вещи повторять в нужных местах, ну либо просто повторять. Ну, в общем, кто не стесняется и хочет немножечко что-нибудь покричать, может попробовать. Человек улыбка, человек улыбка.
учили, то ты нам поручили. Нас учили, что мужчины не плачут, если из-за мужчин. Нас учили быть умными, учили быть послушными с тобою. Нас учили, но так и не научили быть самими собою. Человек улыбка, человек улыбка. Человек улыбка, человек улыбка, человек улыбка. Человек улыбка, человек улыбка, человек улыбка. Человек улыбка, человек улыбка, человек улыбка. Мы смотрели друг в другу в глаза и не видели чуда. Как рождалась любовь, мы друг друга пожрали как блюдо. Человек улыбка, взирали на части брата, заливали якия страсти. Человек улыбка, мы хотели любить, но не целое, а его части. Когда ты уйдешь, то захочешь вернуться. Начать все сначала, начать с нуля. Когда ты придешь, не забудут проснуться факт. И вспомнишь опять про свою печаль. Новая песня. Когда ты придешь, не забудь улыбку. Человек улыбка, человек улыбка. Человек улыбка, человек улыбка, человек улыбка. Человек улыбка, человек улыбка, человек улыбка. Человек улыбка, человек улыбка, человек улыбка. Когда ты уйдешь, то захочешь вернуться. Начать все сначала, начать с нуля. Когда ты придешь, то забудешь проснуться и вспомнишь опять про свою печаль. Когда ты придешь, не забудь улыбнуться. Человек улыбка. Человек улыбка. Это противопад, все нормально, друзья. Человек улыбка. Человек Есть у меня тут одна сакраментальная песня. Как это я сыграл? Вообще мне очень сложно даются такие выступления. Они такие интимные. Я прям волнуюсь. Хотя играю давно. Но тем не менее я рискну еще одну песню сыграть. Помидоров у вас все равно нету. Данную песню, как мне кажется, мне нашептал один очень важный персонаж, но я вообще считаю, что все песни придумал не я, а просто откуда-то взял их, ну, не с потолка. Но вот эта песня мне пришла от очень значимой фигуры, как я считаю, это мое сумасшествие. Вот. И, в принципе, если слушать ее, то можно понять, а можно не понять. Но я не буду ничего дальше говорить, потому что подумайте, что у меня мания величия. Но тем не менее. Я опять буду пробовать петь, так что держите. Самое главное. Самое главное. Самое главное. Я вижу все.
самое главное, самое главное, самое главное, я слышу в себе. Дети, там люди, да, но раз что-то случилось, пальчик уколол, уже всех ненавидишь.
И я понимаю, что это не любовь, я в этом контексте это написал. И песня вообще про меня. То есть все, что я пою, это не любовь. Все, с кем я был когда-то вместе, это не любовь. А вот все, вот это все вместе, наверное, в конечном итоге я смею надеяться, любовь. Потому что все пучком на самом деле. Вот я, ну, вот в это верю. То есть я спел, но песня оптимистичная, в том плане, что мы это проживаем все, страдаем, но на самом деле все хорошо. Просто мы же не пришли еще к какому-то концу, мы же все ищущие, каждый что-то думает и страдает. И я вот где-то слышал фразу, что если ты страдаешь, то ты еще в пути. Вот, вот и которые вот эти сидят вот, в медитациях, у них, я верю, что им реально хорошо. Но как бы вот у них уже не кончилось, у них начался там новый период, да? А мы ищущие, и у нас другой уровень, и нам по-своему хорошо. Вот как-то так. То есть я не про ту не любовь. Вы знаете, да, что мне не слышится. Мне не слышится, поэтому все равно любовь. А если вы думаете, почему олово, то я могу и на этот вопрос ответить. Ладно, я жанр расскажу. Он знает на самом деле. Дело в том, что когда песни я придумывал, обычно, когда все музыканты, они пишут со всяких программах, все программы же на английском заточены. И ты название придумываешь песни, пишешь «No love, no love, no love, no love». Вот так и появилось «Олово». Вот. Ну, я подумал, что это прикольно было бы, что если песня бы называлась так, как вообще о чем не поется песня. Вот. Ну, что и вопросов больше нет. Да я так много болтаю. Что у вас на YouTube за фотография? Это дядя Шарпей. А что он зовут? Ну, да это как фотография другая. Это ну, святой, как бы, ну, я не то, чтобы я там пропагандирую, что это чисто для меня такая фича. Вот. Я вообще раньше был злостным атеистом. Да, я рисовал везде перевернутые листы, звезды, мне это очень нравилось. А потом в какой-то момент я как бы поверил в Бога. А потом в какой-то момент я поверил еще больше, шире. И, короче, мне нравятся вот все вот эти вот ребята, которые чего-то достигли. То есть, если вот убрать в сторону вот это наносное все, да, то ради чего мы воюем, там, убиваем друг друга, да, там, какой длины там волос, и как ты там молишься. А саму суть, то есть для чего создавалась вера или религия как институт? Как институт, они же... институт это что? Это место, где лежат книги. Ну, никто же не убивает один институт ради другого института. То же самое с религиями. Вот, и это люди, которые реально занимались чем-то, да, там они занимались любовью, светом там, каким-то и прочим. Меня эта тема стала интересовать. То есть в какой-то момент, когда я сопоставил факты, будучи приверженцем типа тьмы, я подумал, но если есть тьма и свет, то есть свет это круче же, да? Вот. И я подумал, а что бы мне туда не перевернуться? А это, ну, это реальный персонаж, и я, познакомившись с ним по книге, я подумал, очень хороший дядька. Но это ни к чему не обязывает, это как бы просто вот, просто иллюстрация. Вот, я никому ничего не призываю. Вот. И я по-прежнему люблю группу Slayer. Я вообще первый раз увидела вас, когда на одном из многословий в группе Evergreen Green Band вы играли. И вот мне очень понравилось, вот, когда вы на стол, вот этот драйв, волосы длинные. Вот. Потом тоже на одном выступлении видела. А оттуда вот пришла как-то, и вас там уже нет. И расстраивалась, ну, где этот драйв, куда он делся. А, из Evergreen Band? Да. Нет, на самом деле, я просто очень непунктуальный человек, и, ну, не в том плане, что я хочу себя говорить, я очень хороший человек, я-то себя люблю, но у нас не получилось, ну, мы какое-то время вместе работали, а потом я понял, ну, мы пришли к такому выводу, что я не вписываюсь дальше в коллектив, потому что я, ну, не прихожу на репетицию вовремя, не могу я себе это позволить, это... Ну, я тоже очень расстраивался в какой-то момент, вот. А
потом подумал, ну и слава богу, все, что не делать, сделать к лучшему. Там сейчас очень хорошие профессиональные музыканты играют, и, по-моему, они должны в 100 раз делать все лучше, чем даже я. Потому что я на самом деле достаточно... Не буду про себя такого говорить. Так, а Лоргрен, это же, по-моему, там каверы одни, да? Да, там каверы, и да. Какое-то время мне это очень помогало быть на плаву, потому что в процессе работы, воспитания я забывал про гитару, а это было очень хорошее подспорье. То есть я часто из-за этого держал гитару. Ну и плюс мы песни играли. Мне нравились песни, которые мы играли. Вот. Ну вот, просто тот темп, который у нас получался, он просто, я не смог его дальше держать. Хотя там темпа-то такого, как такого не было, по большому счету. Вот. Просто разошлись пути. Вот. Я туда не один ушел, басист тоже, что там очень сильно состав поменялся. Начало и конца начинается там, где начинается песнь моего отца, где начинается песня моей матери земли, ею руки вели между речек и озер, вдоль равнин и гор, туда, где грел костер. Ответ, который был во мне, я все искал на глубине, я был сомнений полон. Ответ лежал на видном месте, но там искать неинтересно, и там никто не ищет. Повисло солнце и луна, одной медали сторона. Дорога — это только путь, идти вперед или свернуть, мы выбираем сами. И как бы не был путь далек, запутан, сложен мотылек, твоей добьется цели. Любви.
профессиональный рецидивист. Человек-улыбка выступил перед вами. Если у кого-то есть вопросы, можете быстренько еще задать. Пока вот здесь нет вопросов, да? Давайте тогда поаплодируем. Человека-улыбку мы провожаем, и сейчас будем встречать гранж-группу A Perfect Heavy Mind. Может быть, давай. Ну или медаль какую-нибудь. Вот у нас на бас-гитаре Николай Маринич. Николай, можно дернуть струну? Да, вот. Вот это Николай. Вот такой с бородой. Симпатичный парень, это Николай. То, что он выжил в новгородском роке столько лет, в принципе, это уже ого-го. Молоко, говорит, за вредность ему надо давать. А творогу вам не насыпать гофр. За барабанами, я так понимаю, Даниил Топоров. Топоров. Даниил Топоров. Ну хорошо, что не Штопоров, но Топоров. Значит. Я так понимаю, не совсем так давно ты, да, в группе? Год. Год человек играет в группе. Прям вот год. Год это тоже, знаете ли, срок. Новый год не новый срок, говорят, но на самом деле. Ну и на гитаре Александр Чердёв. Не буду мешать ему настраивать гитару. Или буду. Даже не знаю. Сделай гитару еще с микрофона, чтобы ты услышал. Так. Или, например, я прочитал. Или чем-то его упокручивал. Подожди, нет. Можно попробовать тебе микрофон. Можно маленько попробовать, да. Что-то очень заводится. Вот я отключаюсь очень хитрым способом, ребята заставили меня отдать микрофон. Мы тебе другой Thank you.
Thank you.
громко и все делаем. Вот, хотим попробовать так. А? Сейчас посмотрим, если есть. Нет, нет. Я не понял. Thank you.
пришли вообще? Может даже заново представить? Да, как уже Саша говорил, мы давно занимаемся музыкой, там общедружественно лет, ну, с Коляном лет по 15 занимаемся, Даня чуть меньше, в силу того, что он чуть помладше нас, да. Играли до этого в разных альтернативных коллективах новгородских. Я в свое время там панк-музыку играл, альтернативный металл, Колян. У Коляна разные были проекты, экспериментальные, неэкспериментальные. Вот. Ну, в смысле, более-менее такой классический рок, более-менее экспериментальные проекты у него были. Вот. Люди там на народных инструментах играли на сцене. Рок-музыку, на баяне, на ложках. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Вот. А я помню, Коля, у меня один раз, я зашел с гитарой после репетиции в клуб, в стереобар. Он говорит, дай мне гитару, мне надо там что-то девушке сыграть. Только мне ее надо перестроить. Мне надо ее перестроить. Нет, просто, значит, надо дроп сделать. Ну, это то есть взять так вот шестую струну, ее так раз и вот перестроить совсем. А у меня гитара была такая, что струны все на ключи затягиваются, прям вот жестко, с силой затягиваются на ключи. Если ее одну струну ослабляешь или натягиваешь, там машинка стоит на пружинах, и гитара расстраивается. Вот я говорю, не дам тебе, Коль, не могу. Потом все перестраивать нафиг надо. Вот он говорит, ну, ты понимаешь, девушка. Я думаю, ну ладно, бог с тобой. Да, не то, что-то пошло не так, да? Да. Вот, и ту порванную струну я до сих пор не могу ему простить. Я шучу, конечно. На самом деле здорово так зажигательно сыграл тогда, прям неожиданно. Там был человек, который другой играл, он специально готовился, и он как-то на его фоне вообще не очень смотрелся. А Коля вышел такой, раз! Ну и с девушкой ушел, наверное, как-то. Ушел ты с девушкой тогда? Уплыл. Понятно. Вот. Вы как назвали альбом-то свой первый, который у вас вышел в прошлом году? Называется он, да, «Вот Фото Холокост», «Голосу за конец света». Немножко там подняли проблему поколения Next или поколения Y, там кому как удобно, да, нашего поколения. Поколение Х, да. Те, кто родился в конце 70-х, начале 80-х годов, ну как бы кто вроде как бы и немножко там Советский Союз застал. Я под октября успел даже попасть под раздачу. Вот. А пионерам уже нет? Пионерам нет. На мне октябренке как раз Советский Союз закончился. Вот. Колян чуть-чуть год не дошел до октябренки. Да-да-да. Война стороной обошла, да. Да, это как говорят некоторые ребята, я был в Америке, там, да, кто это, а я был во Франции, а я был октябрёнком. Я был октябрёнком, да, у меня там значок с Лениным, с молодым, до сих пор где-то дома лежит, вот, ну, прикольная тема на самом деле. Они причем спрашивают все время, октябрёнком, это какая часть речи, что это? С октябрём что-то связано. Вот, ну да, там немножко в альбоме подняли проблему вот этого поколения, ну, как бы... Есть такая легенда, что каждое поколение себя потерянным почему-то считает. Вот. Ну, всех... ну, кто себя считает потерянным, они как бы в каждом поколении есть. Да. Ну, у всех, в общем, короче, свои проблемы. Людей, которые там родились на стыке одной страны и другой страны, когда. Не, ну а вот за границей были скауты, это практически одно и то же. Не, скауты это штука замечательная. Ну, только они там до сих пор есть, а октября уже нет. Разница немножко в этом, да. Как у нас по-русски ПВ эти походники. Да. Не, ну у нас есть, конечно, сейчас какие-то там эти юнармия там. Росгвардия. Не, Росгвардия не туда. Росгвардия, до которой наши концерты разгоняют. Вот. Да, но в основном не знаю пока, не знаю, насколько там вот движуху пионерского октября возродили. Там свои плюсы, свои минусы, конечно, были. Если бы было, скажем, побольше, чем занять молодежь и поменьше идеологической нагрузки, было бы, наверное, получше. Ну, мне так кажется, не знаю. Что, может, еще сыграем, в общем-то? Да, потом поговорим. Давайте. Про пионеров. Давайте. Сегодня, кстати, годовщина этого. 99 лет в ЛКСМ. Я сербомолот не принес, да. Самый прекрасный топ.
можешь прям вот образец правильного произношения названия группы дать? A perfect hive mind. Николай может дать. Потому что я сколько раз слушал, всякие разные вариации вообще. Вокально-инструментальный ансамбль «Быдлище». Когда концерт это ближайший у вас? Ой, слушай, наверное, 17-го в папе будем играть в электрике на этом, на я помню. Вот у Ольги Афанасьевой. Да-да-да-да. С вами, кстати. С вами, кстати, источник. С вами, сэр. Да. Вы же там играете, да, по-моему? Ну, там я... квадрата. Мы с Валерой играем, Валера еще не знает. Валера, ты 17-го играешь в железном папе. И не только 17-го. Валерий не привыкает. Да. Будем делать много шума, криков и так далее. Наверное. Насколько я знаю, в железном папе политика поменялась, там теперь тяжелые группы не пускают. Будем тоже с акустикой, наверное, ходить. Но вы зайдете тихо? Да. Уйдем громко. Да, уйдем громко, да, как обычно. Не, на самом деле это все классно, это все нормально, потому что мы тут ездили летом в Вологду, я в стену провалил. То есть там люди такого не ожидали, что так бывает, а вот так произошло. Ну, это, собственно, шоу. Да. Как-то я помню, выступали мы на концерте. Был такой интересный концерт, вот, как же, «Бункер», по-моему, у Вадима Кухта назывался. Ну, «Паутина». «Паутина», да, «Бункер», ну, «Репточка». Нет, вот «Репточка», и прям вот там был концерт. А, ну тогда да. Вот, и там, значит, была такая ситуация, я выхожу на сцену, и нету удлинителя, а мне надо примочку подключить, играть что-то. Я включаю в розетку, а поскольку мы довольно активно выступаем, я нажимаю ногой, у меня из розетки вылетает все время... Примочка замолкает, и люди уже после третьей песни говорят, может быть, сбегать домой, мы тут недалеко живем, принести тебе... Удлинитель купить, да? Удлинитель. Я говорю, не надо, это же шоу. Так что... Да. Ну что, может, другую песню? Да. Наверное, последнюю песню на сегодня, и потом поболтаем. Давай. Хотим на позитивной ноте закончить и пожелать всем, что какой бы... Говно в вашей жизни не происходило, никогда не опускайте руки, всегда боритесь до конца. Слава ЛКСМ. Нет, может и слава ЛКСМ, да, в некотором роде. Доброй памяти. Да, несмотря на то, что мы музыку играем довольно грустную, ребята, мы довольно веселые, поэтому сыграем вам позитивную песню.
что, ребята? Мы готовы к допросу. Окунулись бы в такую... Вопрос можно? Да-да, конечно. Вот раньше любая группа, это было минимум две гитары. Почему сейчас вот две вообще сплошь? Полторы. Еще были... А у нас второй гитарист заболел, вы его тут заметили. Мы его пропили. Вот я был на звукоморье, там половина групп, две гитары, и все тоже как-то. Ну... С чем связано? Вопрос в том, что, во-первых, куда больше, да? Раньше было три гитары, например, если мы берем группу Eagles, да, там... Ну, в общем, в основном там Eagles, Smokey, да, старые банды там рок-н-ролльные 70-х годов. Три гитары тогда были эффективны в плане плотности аранжировки, да, потому что там особо гитары были не тяжелые, нужно было по-хорошему чем-то пространство заполнять в миксе. Вот, чтобы оно все пожирнее звучало и поинтереснее. На данный момент в основном группы, которые играют в тяжелом стиле, некоторые даже с одной гитарой играют, потому что, ну как бы там просто и так уже эти гитары пихать некуда, они слишком грязные, слишком тяжелые. Что касается специфики там гранжа, в котором мы играем, там в основном одна гитара просто очень грязная, да, используется в электричестве, если играется, то есть с максимально перегруженным звуком. Вот, на грани шума абсолютного, вот, там тоже как бы, ну просто если больше гитар будет, просто будет половина партии не слышно, которая не играет, они будут все какофонить и в миксе теряться, вот. Поэтому все от стиля зависит. Я сейчас, например, работаю с коллективом, да, я звукорежиссер сам, работаю с коллективом, у них гитара одна, но у них скрипка, аккордеон, пианино, куча перкуссий, то есть как бы... Есть, короче, над чем поработать, в общем, в аранжировке. У Розенбаума, кстати, одна гитара. Да, у Розенбаума, кстати, одна. Розенбаум и Митяева. Да. Жесткие гитаристы. Вот есть еще, ребята, у кого-то вопросы к музыкантам, пока они тут вот сидят и ждут? Ну тогда я задам там. У меня вопрос есть. Володя хочет спросить. Володя, по-моему, всегда есть вопрос. Даже к себе много вопросов. У меня дурацкий опять вопрос. Откуда взялось вот такое написание, название? То есть с чем это связано? Написание в плане использования эррорратива или в плане эр-развернутый? Я не знаю, что такое вот эрротив. Эрротив? Ну, самый яркий пример эрротива это жжет, например, через О там. Подонковский сленг, в общем, это называется эррративы. Намеренно искаженное выражение, стилистический прием такой в литературе. А здесь в английском это какое слово имеется в виду? Perfect. Perfect. В смысле, perfect, совершенный, а да, здесь оно не так написано. Да. Просто русскому человеку, мне как русскому человеку сложно понять, это тоже что-то означает или что? Вот я и пытаюсь понять, в чем. Нет, это просто эрратив от слова perfect. Но вы взяли его из английского и сами придумали. Ну, на самом деле в английском языке много таких эрративов. То есть это даже что-то может означать у них, да? Нет, это просто искаженное. Это как у нас жжет тот же самый. Это просто искаженное написание слова, да. То есть англичане, они понимают. В английском языке такого дофига. А вот это вот развернутое? А развернутое это на самом деле банальный ход. Типографика. Это просто типографика, да, для альбома. Чтобы симметрично смотрели. Ну, как бы да, это получается ваша как бы тема уже, поэтому. Кажется, что вы думали над ними как-то. Нет, развернутая R, одна, как я, да, это, во-первых, популярный прием у американцев, когда они там пытаются английскими буквами русский текст написать. Если встречались с таким фильмом. Вот. А во-вторых, это просто. Когда оформление делали, так просто лучше смотрится в оформлении. То есть никакого отсыла к русскому нету? Я просто думал про группу Егору, который тоже вот одна буква русская. То есть ну, отсылки к русскому нету. У Корм, например, у группы нет никакого отсыла к русскому, хотя там мэр тоже развернут. Я думаю, у большинства групп нет отсыла к русскому. Это же к еврейскому, к французскому. То есть специально мы свою национальную идентичность не подчеркивали, скажем так. Я понял. Ну что, еще вопросы есть? Вот вопрос, пожалуйста. Вот можно перевести название этих вещей на русский, исполненных, и что это бы означало? Смотрите, значит, две композиции. Композиция, которую мы играли под номером 2, The Colors, и композиция, которую мы играли под номером 4, Inside Out, они изначально имели текст на русском языке до того, как мы начали петь на английском. Вот, поэтому эти тексты вполне переводятся на русский язык.
песен, разные посылы. Папа, пойду поиграю. Ну, в общем, вот такие задорные ребята окунули нас в клубную атмосферу Сиэтла. Да? Такого, ну, сиэтлских лесорубов в клетчатых рубашках. Да-да-да. Вот. Вот такие вот у нас тоже есть музыканты. Напоследок, может, ребята что-то какие-то пожелания скажут для слушателей, а мы вам вручим вкусные. Пожелания для слушателей у нас только одно. Не прекращайте поддерживать живых музыкантов, ходите на концерты, ходите на такие мероприятия, потому что музыкантам это все важно, нужно, для вас стараются. Да и вообще, просто. Да и вообще, да. Живых людей уже. Вот, просто как бы у нас сейчас такие тренды пошли, ну не могу сказать там здоровые, нездоровые, но что-то куда ни посмотришь, один Стас Михайлов пробовал. И же с ними. И вот. Татуировки Тимати. Да. Как образец художественного. На живые концерты ходят довольно мало люди. Вот, на живую музыку. Я надеюсь, ладно, там с рок-музыкой, надеюсь, хотя бы там какие-то более классические варианты, типа джаза, хоть вниманием не обделяют. Хотя трудно сказать. Приезжал в Новгород джазовый музыкант, пианист джазовый, который на мировом уровне, ну, его постоянно приглашают. В Америку там, ну, вовсю-то, он везде ездит и выступает, он говорит, нигде так мало людей не приходит на концерты, как в России. Слушай, Сань, ну в свое время Сергей Курехин, когда там сдавался в Европе, да, там на Западе, его тут тоже как-то, ну, незаслуженно не котировали, я считаю. Так тоже Тоникс, группа, но тут человек. Раздайте там. Я уж там, ну, там не буду Петю Мамонова вспоминать. Самое главное, ни одной музыкальной претензии не делает вам честь. Ну что, давайте ребятам сладенького вручим. Спасибо, что вы к нам зашли. Было интересно. Группа трудно произносить название на русского человека. Perfect Nevermind. Давай, правильно. Типа того. Группа типа того. Николай Мариничев, Александр Чернев, Даниил Топоров. Поаплодируем. Спасибо большое. Ну, мне бы хотелось еще пригласить сюда представителей библиотеки, если тут кто-то есть поблизости. А, Лидочка. Новгородский замечательный музыкант, между прочим. А теперь еще и представитель еще и библиотеки. Со всех сторон прям все хорошо. Вот можно мы вам тоже вот... для библиотекарей, чтобы жизнь казалась не медом, а еще чем-нибудь вкусным. Магнитик на холодильник, чтобы у вас появился холодильник здесь с колбасой. И вот можно пару слов даже сказать. Что сказать? Спасибо большое, ребята, за этот праздник сегодня, да, и вообще за то, что вы всегда устраиваете нам настоящий музыкальный праздник, и мы надеемся, что зимой еще. Обязательно этот проект. Да, мы очень ждем этого безобразия, честно, просто душа радуется, когда слушаешь звуки музыки. Спасибо вам. Вам спасибо большое. За теплую атмосферу всегда, за теплый прием. Приходите в библиотеки, это такие маленькие островки очень интересных людей и читателей.